В эфире передача «Клуб кинопутешественников». Сегодня мы с вами находимся на дамбе Верзаска в Швейцарии. Она может быть известна тем из вас, кто любит фильмы про Джеймса Бонда по кинокартине «Golden Eye», в которой Бонд в исполнении Пирса Броснана или его дублера прыгал вот с этой вот платформы наверху дамбы вниз до самого низа. Как видите, я здесь стою на краю пропасти, поэтому надеюсь, это будет не последний мой пост в видеоблоге. Здесь открывается глубокое ущелье, где с риском для жизни работает мой оператор Терри. Это директор дамбы и ученые, которые принимают участие в нашей передаче. Очень живописное место. Все подробности в передаче «Футурис» на следующей неделе.